Всем привет! Скажи привет! Привет! Это моя внучка Настенька. Вот она пришла ко мне в гости, я забрала ее из детского садика. И сейчас мы с тобой, мы с Настюлей займемся поделками из фикс-прайс. Вот такая поделочка, она у меня лежала и как раз ждала, когда же Настя придет ко мне в гости, чтобы у нас было чем с ней заниматься вечером. Я без нее ничего не делала, ждала, пока она придет, чтобы мы все это сделали вместе. Ну и приглашаем вас тоже с нами поучаствовать вот в этом таком интересном занятии. Значит, для этого нам нужно застелить стол клеенкой. Застелили клеенкой, потому что нам нужно будет стряхивать песочек. Эта картинка у нас идет как образец, а эта картинка, вот здесь вот заклеена картинка зайчика такими вот липкими бумажечками, но пока заклеена, пусть лежит. Дальше в наборе есть такой вот песочек разноцветный, вот в пакетиках. И все, сейчас мы будем песочком заполнять картинки. Мы уже прочитали инструкцию, в инструкции написано, что заполнять лучше начинать с черного цвета, с темных цветов и переходить к светлым. И заполнять лучше сначала мелкие детали. Если совсем слишком мелкие, ну можно их тогда вообще не заполнять. Ну, в общем, мы сейчас будем это все пробовать. Значит, у нас вот такой песочек цветной. Мы его сейчас откроем. Вот. И теперь мы разложим по цветам от темного к светлому. Давай мы сначала, Настюлечка, разложим по цветам. Давай сначала черный клади сюда цвет. Вот. Потом у нас идет темный тоже вот этот цвет, правильно? Потом у нас идет что? Зеленый положим потом. Но это самый светлый, его в конец положим. Ну, можно положить красный, оранжевый, розовый и белый. Вот так. Начнем с такого. Теперь, что у нас тут на картинке мы видим с тобой? Зайчика. Зайчика. Ну, давай начнем. Сначала попробуем вот с этих вот, может быть, бабочек. Это ж мелкие детальки. Или, может быть, глазки. Интересно, глазки? Глазки. Глазки снимаются. Вот черный цвет нам, да, сказали сначала. Смотри, видишь глазка? Она черная. Так, мы ее сняли. Это не глазка, это бровка. Бровка. Вот, еще одна бровка. Мы ее сняли. А что у нас тут? Ну-ка, снимается вот это вот. Вот. Снимается. Надо, чтобы белое тогда там не снялось. Ну-ка, мелкие детали. Видишь? Вот они. А белое вот это оставить, чтобы белое мы не заполнили черным случайно, да? Так, снимаем. Носик мы можем снять. Вот он снимается. Еще один глазик. Смотри, давай аккуратненько мы его снимем. Подожди, песочек мы пока не будем открывать, потому что мы его сейчас просто рассыпем и все. А его надо посыпать будет на картинку. Сейчас мы пооткрываем вот эти вот элементы и потом будем сыпать. Я тебе даже разрешу насыпать это все самой. Попробуешь сама посыпать. Ну, какие они все-таки мелкие, эти детальки. Ну-ка. А если на стол немножко накрасится? Ну, когда оно накрошится, оно, мы же клеёночку для этого постелили, чтобы стол, чтобы нам потом с клеенки было удобно все это высыпать в ведро. Так, а вот это у нас что? Получилось. Смотри, а это же тоже черные детальки. О, так тут их, смотри, как много, этих черных деталек. Их надо все снять. Ой. Смотри, ты видишь? Вот они снимаются. Вот это, видишь, черным обрисовано. И мы вот это сейчас заполним песочком. Вот, видишь, как снимается. Ой, как интересно снимается. Люблю такие занятия. Детские. Тут я уже и не ребенок, а мне нравится. Смотри, как интересно. Давай потихонечку, аккуратненько тяни. На, вот это вот. Только тяни, чтобы не порвать. И вот эти вот другие цвета, чтобы они остались. На, попробуй. Только тихонько, не спеши. Вот эту сеточку черную нам надо всю снять. Вот, подожди, розовенькая тянется, да? Розовенькая тянется, а нам надо розовенькую оставить на месте.
Так, все черное мы поснимали. Теперь давай песочек сюда. И мы сделаем здесь дырочку. Ну-ка попробую сейчас я посыпать это. Смотри, видишь? Смотрите, как это интересно получается. Вот так вот, вот песочек трясем, и он заполняет вот эти вот ячейки. Заполняет ячейки, видите? И получается четкий такой контур у нас. А прям, это же куда? Прямо интересно. А мы сейчас найдем куда. Сейчас надо нам все делать по порядку. Все по очереди. Ну-ка, смотри. Смотри, как красиво получается, Настя. Да? Смотри. Прямо как будто это нарисовано красками. Мне уже нравится. Смотри, видишь черный, да? Все, лишний песок мы стряхиваем. И вот у нас получилась вот такая вот, видите, контур черным. Вот такой. Да. Теперь смотри, какой у нас следующий цвет идет. Давай мы с тобой сейчас заполним цвет зеленый. Давай. Смотри, Настюля, аккуратненько, аккуратненько. Подожди, пока песочек не надо брать. Вот это вот аккуратненько. Вот так вот. На. Я подцеплю, а ты аккуратненько вот так вот, вот снимай. Только снимай зеленый, а розовый, чтоб не снимался. Так. Давай вот этот вот. На, тяни. Я подержу. Тихонечко тяни, аккуратненько снимай. Вот так вот. Вот. Молодец. Теперь вот еще у нас, я вижу, зеленый есть. Вот, на, тяни. Тихонечко. Молодец. Все, теперь мы с тобой заполняем зеленый цвет. Отрезаем зеленый цвет. Я сама. Ты будешь сама сейчас делать все. Я попробовала, я узнала, как это делается. Давай ты будешь насыпать, а я буду трясти, хорошо? Угу. Насыпай вот сюда. Чуть-чуть вот так, немножко насыпай сюда. И вот так вот. Давай. Так, чуть-чуть потрясем, потрясем, потрясем. Все, я потом дотрясу. Потом у нас вот тут зеленый еще. Вот он. И где-то тут еще у нас зеленый. Правильно? Так, заполняем. Раз. Заполняем. Раз. Заполняем. Сюда. Смотри, как красиво получается, да? О, какие мы с тобой молодцы. Вот. Все, лишнее стряхиваем. Посмотрите, зеленый цвет какой красивый, бархатистый получился. Правда красиво, да, Настя? Это фокус у нас зеленый. Да, смотри, как у нас здорово получается. Да. Так, теперь какой у нас цвет еще? Мне нравится. На картинке тут есть. Давай с тобой выберем цвет вот этот. Подожди, у нас тут светло-розовый есть. Это вот это светло-розовый. Мы его тогда на потом оставим. А вот этот у нас цвет... Морковка у нас оранжевая и бабочка вот эта вот у нас оранжевая. Вот видишь, у нас подсказка есть. Поэтому мы сейчас аккуратненько вот эту морковочку. Оранжевый цвет мы выбрали. Давай аккуратненько срежу, а ты потрясешь. Давай. Так, срезаю я чуть-чуть носик. Вот так. На морковочку сыпь. Так, видно? Видно. Сыпь на морковочку. Чуть-чуть хватит. Так, ну что, мы заполняем морковку. Заполняем бабочку. Песка много у нас тут показалось, оказалось. Вот. Морковка заполнилась, бабочка заполнилась. А лишний песок, который Настя нам насыпала, мы его высыпаем в кучку. Настюля, опускай. Так, все. Что у нас дальше? У нас вот красная, здесь красная, здесь красная. И вот эти две бабочки красные. Правильно? Правильно. Угу. Значит, сейчас мы аккуратненько снимаем вот эти вот лепесточки. Так как это детальки маленькие, я их сниму сама. Вообще даже надо было взять пинцетик и снимать их пинцетиком, если хотите сделать аккуратно. Потому что
чтобы не с черной краски, чтобы у нас все это не поснималось лишнее. Так. Мы делаем все, как на картинке нарисовано. Если нарисовано здесь красным, значит, мы делаем красным. Так, смотри, какие у нас тут маленькие детальки. Раз. И нам надо их теперь пооткрывать. Пооткрывать надо аккуратненько. Но аккуратненько совсем не получается. Ну, видишь, там написано, можно их не открывать. Но очень хочется, чтобы это все было заполнено, и чтобы вот это все было бархатистым, как положено. Поэтому вот я стараюсь открыть вот эти вот красные детальки. Что у нас еще красное? Настя, посмотри внимательно на картинку. Вот на эту. Что там еще красное есть? Какие там маленькие детальки красные? Ну-ка, что ты там видишь? Ну-ка, скажи, что ты видишь красным? Вот это и вот это. Вот это ленточка красная, бабочки две красные. И что еще? Язычок? Язычок. У зайчика. Вот язычок у зайчика. Тоже маленькая такая деталька. Вот надо к ней подобраться очень-очень аккуратно. Очень трудно ее. Открываем красным. Так, Настюля, я тебе даю вот этот красный, только ты сыпь его по чуть-чуть, не высыпай сразу все. Сыпь давай на ленточку. Так, ленточка. Я потрясу, вот она ленточка, на нее насыпай вот так раз. Насыпай сюда на ленточку, хватит, хватит, ты сразу много сыпешь. Давай на бабочку я посыплю. Ой, вот это закроем, чтобы у нас лишнее не насыпалось. Чуть-чуть сюда, вот так, видишь, смотри, как я чуть-чуть делаю, не надо ручками. А то мы сейчас с тобой размажем, и будет некрасиво, надо вот трясти, ты понимаешь, в чем здесь вся суть? Смотри, давай еще сделаем. Смотри, вот это мы не заполнили, да, Настя? Да, вот это. И вот это мы не заполнили. Смотри, раз, бабочку, раз. Смотри, она заполнилась, бабочка полностью. Видишь, какая красивая стала. Вот, все. Только оранжевая. Все. Оранжевая. Ну вот такая красота получается. А розовую не заполнила. Так, у нас остались еще три цвета, да? Значит, что мы с тобой сейчас заполним? Ну-ка, скажи мне. Белую в последнюю очередь оставим. Цветные. Розовый заполним, да? Хорошо, давай розовый заполним. Сейчас я аккуратненько снимаю розовый. Так, ну что, давай розовым насыпать. Давай. Сыпь вот сюда. Везде-везде вот тут сыпь. Ну, тут можно, ты видишь, надо много уже насыпать. Давай насыпем. Только не все высыпай, чтобы осталось чуть-чуть, потому что вдруг нам еще надо будет потом подсыпать, чтобы у нас было куда что подсыпать. Ну-ка, на ушки. Теперь у нас вот тут на ножки, на хвостик. Видишь? О, еще не все высыпалось? Еще осталось что-то. Так, ну давай вот так вот насыпем. Сейчас я отрису и посмотрим, что получится у нас. Чуть-чуть оставим, потому что нам вдруг не хватит. Так, заполняем сейчас вот так вот. А ротик чем будет? А ротик у нас же красный ротик. Да. Так. Так, все заполнили. Ну-ка, смотри. Все заполнили. Да. Розовым все заполнили. Так, теперь. Это мы уже закончили. То, что мы уже закончили, то мы уже туда не возвращаемся. И теперь у нас осталось два цвета. Мы сначала фиолетовый тогда заполним, а белый в последнюю очередь. Там так написано. Вот этот контур, я так понимаю, он у нас будет фиолетовый. И мы сейчас его аккуратненько, нам надо его снять. Каждый день. Смотри, Настя. Так. Настя, тебя на вокал потянуло? Ты певицей хочешь быть? Нет. Нет, почему? Хочу.
Настюля, смотри, теперь давай вот так вот насыпем сюда фиолетовый. Открываем фиолетовый. Насыпай. Ну, в общем, насыпай куда-нибудь просто. Я потрясу. Ну, вот по контуру надо, по краям. Так, ну теперь надо, не знаю, как-то аккуратно трясти мне, чтобы не рассыпать лишний. Облачек чем будем так, рисовать? Смотри. Видишь? Каким цветом? Белое, там то, что осталось, уже осталось белое. И теперь у нас остался последний белый цвет. Но мы контур сделали, видишь, фиолетовый. Все. Смотрите, какая картинка красивая получается. Теперь надо аккуратненько снять. Подожди, беленькие надо снять наклеечки. Давай снимать беленькие сейчас будем наклеечки. Только надо аккуратно, чтобы у нас ничего не съехало. Ой, так хочется не испортить картинку, чтобы она у нас была аккуратненькая. А песок сломал эти мои. Настя, ты, наверное, точно будешь певицей, да? Нет. Нет? Почему? Ты же любишь петь. Да. Ну, научишься, еще подрастешь. А Тимур за... Как поет Тимур? Тимур? Да, как поет. Ну, я не слышала. Он поет? Ну, я слышала. Да. А там чулок не ищет. Ну что, я все белое сняла. Остался у нас последний цвет. Давай, Настюля, доделаем и будем отдыхать. Все, смотри. Ну все, на сама насыпешь. Давай, насыпай, вот на белое насыпай белый песочек, давай. Только по чуть-чуть высыпай его, не сразу весь. Вот так, давай, вместе. Вот сюда, где белое, все, мы белый песочек насыпем. Вот. Все, можно даже весь высыпать, ничего. Я думаю, заполнится. Все? Ну, теперь сейчас потрясем. Так, потрясем. Вот так вот. Смотри, Настюля, смотри, какая красота получается. Вот так. Заполняется песочком у нас белый цвет. Так. Мы почти доделали. Почти доделали. Все. Все, глазки еще надо заполнить. Глазки еще не заполнились. Все, теперь у нас все заполнилось. Теперь мы стряхиваем лишний песочек с картинки. Ой, аккуратненько. Все, стряхнули. Смотрите, какая получилась у нас классная, красивая картинка. Теперь мы ее положим. Настя заберет ее домой. Мы даже ее в кулечек положим, чтобы она у нас не испортилась и не посыпалась. Очень бархатистые цвета красивые получились. И полностью картина вся заполнена цветным песком. Да, Настюля, тебе нравится? Да. Мама, это вкусно. Скажи, ты маме подаришь на 8 марта эту картину? Да, я подарю на 8 марта маме. Подаришь маме картинку, да? Да. Ну все, вот такая картинка получилась. Спасибо, что были с нами. Кому понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Да. И всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока. На обложке будет твоя фотография. Ты у нас модель? Красота, да? Красота? По вашей ручке всем пока.